Плюс, у тетеньки, например, в определенные дни месяца голова почему-то работать отказывается, или работает специфическим образом. Вот у нас в одном из районов Ленинградской области была судья. И оттуда из этого района, например, непрерывно поступали мелкие административные нарушители. Ну, кого там на 10 суток, кого на 15 и прочее. Так вот, по поступлению этих самых суточников, четко отслеживался менструальный цикл судьи. Как только у нее начинается этот, как их называют, там, предменструальный, предменструальный синдром, или как его, они сразу вот пачкой приезжают, а потом не приезжают. И вот тут вот она их арестовывает и сажает, а здесь нет, потому что тут у нее нормальное настроение, понимаешь? Можно такого человека к руководству подпускать, который не мозгом руководствуется, а каким-то бурлением гормонов? Я считаю, нет. Нельзя. Категорически нельзя. Ну, нельзя же сказать, что все такие. Или все... И это весьма наглядный пример, и все такие. Ну, будешь общаться с женщинами, заметишь.